Электростанция. Чего? Так, вот-вот, я отправил. Сейчас зайду. Я вообще за себя стою. Так, все, готово. Ждем Егора теперь. Так, все, сейчас сохраняю персонажа, я готов. Так. А как ты персонаж сделал? Ну-ка. Сейчас узнаете. Ну-ка, так. Стой, давай я выйду, сделаю себе тоже персонаж. Так, ну, вы издеваетесь, ну тогда да. Я тоже выхожу. Да в смысле я захожу? А где в настройках, что ли? Во. В опциях. Так, я зашел. О, это кто за дед? Это что за дед? Это я. Здорово, я пошел. Ты не заметил то, что у меня юбка? А ты не заметил то, что у меня писька за... В смысле? Как? Отлично. Капец, что тут дырать? Сейчас, смотри, сейчас... Паша, иди сюда, сейчас фокус будем где. Да зачем? Идем, следующий уровень. Стой, подожди, 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 мне интересно, оно так еще работает? Так. Откройся ящик. Да. Паша, вернись в первую комнату. У меня достижение электричества для чайников, спасибо. Я старал. Иди сюда. Иду. Будь рядом с той фигней. Иди за мной. Так, не попал. Поехали, нам провода нужно перетащить. Пиратские ноги и кладезь. Ребят, пригласите меня. Да, пригласите. Ой, присоединяюсь. Это идея. Электроник. Получено. Да, я улетел. Алло. Алло, да. Ой. Посмотри на меня. А где Егор? Егор, на меня посмотри. Ты на мою спину посмотри. Так, это украдем, пожалуй. И сделаем... Дурак, не смей трогать провода. Охренеть тебя, взорву. Еще руки помнит. Где провод? Я его несу. Леша. Да куда вы мой провод нашли? Егор, 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 суд. Адьёс. О! Малям салейкум. Что? Пойдем, пупсик. Пойдем. Что ты меня несешь? Ай, секундочку. Прислоните груди к груди. Я его сейчас выкину. Ладно, я пока додумаюсь, как эту фигню сделать. Что я могу сделать? Нет. Пойдешь со мной. Прислоните грудь к груди. Тварь. Что выкинули? Соломка солей. Это моё! Моя добыча! Ты неправильно провода расставил, Даун. Это моя добыча. Ты неправильно провода расставил.
Леша Лаквит играл. Да, я тут тоже веселился. Салам, косолейкум. Отпусти, Леша, не ржи! Леша, не держи. Ладно. Бурур-бурут. Давайте уже этот уровень физичный пройдем. Оно сложно. Слишком. Зачем вдвоем несете? Зачем мы втроем несем? Так, давайте реально попытаемся пройти. Я не говорю за булочку. Отпусти. Куда справа? Нет. Да. Пойдешь со мной. Я под картой. Ай, ты тварь отпустил. А что это? Тут не гордо думал. А, это, блин, я различил цвет. А, ну, дурацкое. Что? Давай. Пойдем. Неси меня. Подключил. Ааа, кто украл? Откнулся. Лёша, отдай. Лёша, отдай. Отлично, хотя бы одну я сделал. Отдай. Паша, помоги мне его перетянуть. Я за булочку. За кирпичную. Поехали. Он ещё красный был. Нет! Нет! Да. Прощай. Я за Лёшу позвоню. Помоги, Егор. Давайте уже пройдем этот уровень. А зачем? Ладно, давайте попробуем реально. Ай, я споткнулся на вентилятор. Ну? Баранки гну. К вершина юмора. О! У тебя получится. Я сейчас за жопу схватил. Почему этот провод? Смотри. А, нет, у тебя за провод. Нет, я сюда воткнул. Лох. Ладно. Я тут упомнусь с пацанами на физике, пытаемся понять, как собрать по схеме. О! Наконец! Умерла. Так, значит, фиолетовый отключаем, он нам нафиг не нужен. Фиолетовый отключаем. Да не надо. Не надо. А чё? А где Бубум? Игра стоит. Не-не-не, потому что это приемник, надо вот сюда Бубум делать. Ща, я попробую перевернуть. Давай я выбросим нахрен. Я там, нет! Ладно, Паш, делай Бубум. Леш, отпусти. Ща Пашу взорвю. Дай мне второй провод. Уйди! Уйди! Ля-ля, вы тут пока говно выпили. Все, давайте соберем по схеме.
Где? Паша, посмотри. Мужской секс никакого гейма. Блин, в текстурах провод застрял. Ладно, все, Лёш. Лёша, дай. Паша, нет. Пацаны, я принёс. Холодильник. Да дай я воткну. В кого? Да дай. О! О! Егор, давай только поближе, не помогай. Чё, упад? Да блин! Лёша провод украл. Ты, Лёш, ты гомоги. Нет. Да давайте пройдем уже. А зачем? Там следующий с рубильником будет. Быстрей, быстрей! Сейчас я рубильник включу. А где Лёша? А вон Лёша. Я включил рубильник. Лёша, смотри на дверь. Я вижу, что ты застрял там. Сейчас тебя спасу. Ой, я вижу, там кто-то ломится. Это Егор. Говно забирать пришёл. Закрой, Паша, закрой. Я не могу. Паша, закрой. Куда потащил? Ты зачем там держишься? Я отпущу. О, Лёша. Нет, нет, нет. Егор, нет. Блёша, да. Паша, держись, я сейчас прыгну помощь. Я тебе прям на бошку. Пацаны, помогите! Дурак, это так делает. Чё, пал? Егор, чё там как? Пингвин сейчас летать научится. Рубильник выруби, Паша. Рубильник, Паша. Я не могу, я лечу. Вырубите рубильник кто-нибудь. Сейчас я врубаю с рубильник. Хотя уже не важно, посмотрите, где я. Вот, я врубаю. Да не важно уже, посмотрите, где я. Вырубил. Да заезжай, зачем? А где он, Паш, лёд сиди? Не важно. А, вон он. Блин. Тебя задавило. Открой, Паш. Открой. Паша, алло, врубите рубильник, Егор. Паша, да открой. Сейчас. Ты достал коробочку? Нет, я хочу почилить тут на дощечке. Неси провода, Егор, неси. Моё! Откройте, пожалуйста. Сейчас, подожди. О, нифига себе, это что за фигня? По-моему, она еще больше взрывается. Ребят, я кое-что нашел. Че? Откройте, пожалуйста. Подождите. Я кое-что нашел. И этой штучкой можно... Подождите, это каким раком вас оглушило. Короче, если кто не знал, она может делать так. Я знаю, что ее можно передвигать. Поехали. Да сиди ровно. Да дурацкий вентилятор. Лёша, помоги! Я тебя сталкиваю. Лёша, помоги!
Ребят, я переключатель принес. Какой? Откройте мне дверь, я туда переключатель занесу. А как мы тебе ее откроем? А вы где? А спрыгни по ту сторону. Спрыгни просто. Нам же нужен переключатель, дебилы. Зачем? А какой? Чтобы пройти уровень. Давайте, идите сюда. А господи, тут эту фигню. Идите сюда, дебилы. Интересно, а куда, блин? Вот я дверь открыл, овца толстожопая. А куда? О, дверь открылась. Лёш, возьми переключатель. Да, Лёша, дура тупая, я тебе сейчас, говорю, переключатель. Сейчас, сейчас я привезу. Зачем? Как я до туда достал? Паша. Вот, Егор, открой. Паша. Паша, блин, дурак. Сейчас я провода принесу. Тут же точно такой же есть. Я не знаю. Сейчас я провода еще принесу. Отрывай. Ребята, берите провода. Егор, тварь. Ребят, провода принес. Егор, держись на месте, держись на месте. Паша, иди сюда. Ты подожди, я провода вам принесу. Провода не тушь. Я вижу, как там Егор. Я пытаюсь за него захватиться, что было. Сейчас я приду. Нет. Берите провода, я вам принес. Зачем? Надо. Ты лох. Твой рисунок. Ну, убери чертов провод. Наконец-то все, я сваливаю. В небеса. Егор. Сейчас я его задачу. Что я хочу? Куда вы меня тащите? Отпустите. Паровозик. Я заляпаю полку, Лёша. Хочешь фокус? О, давайте. Пацаны, пойдите. Ты где, ты где? Ты тут висишь ещё? Да. Паша, отцепись, я сейчас ржаку сделаю. Скинешь это? На Егора. Егор, ты зачем упал? Я хотел на себя амперметр скинуть. Лёжа, отцепись, Паша, отцепись от моей булки. Да чё же она не толкает? Хватит, чё вы все за мою жопу все? Надо смотреть. Да чё? Я за неё хватит. Паша, отклейся. Паша, отклейся. Лёша, который просто... Тебе нормально? Паш, а чё у нас с Пашей? Ясно. Паша, отцепись. Я не могу. Как не можешь?
пройти этот уровень. Сначала надо еще нахрен скинуть. Для начала. Дурак, это не так делает. Давайте. Лёва, давай, помогай. Я прилетел. Ой, ладно, давайте попробуем это пройти. Так, я думаю, нам вот эта штука не понадобится. Так, а давайте без урофлов реально попробуем пройти. Ладно. Ладно. Просто интересно реально, сможем или нет. У нас две этих фигни. Да куда? Подожди! Дурак, у этого колесики есть. Егор, ну принеси эту штуку, я провода к ней прикреплю. А, ты провод съел. Сейчас выпукаем. Так, 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 так. О! Так, осталось только эту говномешалку принести. Что? По-моему, оно взорвется. Мне не кажется. Давай посмотрим. Давай, сейчас помогу, Паш. Лепи. Да лепи, она нелегкая. Только не промахни. О! Будет угарно, если оно сейчас реально взорвет. Вообще угар. О! Ваш заказ готов. Давайте. Сейчас. Так. Несем, несем, несем. А как эта параша должна работать? Ваш заказ готов. Так. Жесть, у меня под юбкой ноги пирата. Девочка-секретик. Без ноги. Ладно. Блин, Паш, я там одну фигню выдернул случайно, я не хотел. Дурак. Паш, заказ готов. Ой. Адьос. Ты дебил. Он перевернул. Что? У нас нету того переключателя. Какого? Оря. Вон улетел. Он улетел. Ладно, да. Я там при чём? Да. Нет, не так. Отпусти! Лёша, отсюда! Егор, прыгай, прыгай, прыгай. Давай хочешь приколюху? Я как бы вообще, меня Лёша держит. Под юбкой. А у меня кирпич. А у меня... А стоп, а каким боком? Кто открыл? Нам нужно переключать. Нам нужно эту фигню, по-моему, перевернуть. Потащили. Ладно. Ладно, попробуем пускать. Егор, ну зачем ты это сделал? А давайте попробуем повторную реакцию и взорвем эту хрень. Давай. Давайте, взрывайте. Да он утащил с собой провод.
Ребят, мы как бы этот уровень должны были пройти уже, по идее. Мы тупые. Мы слишком умные для этого уровня. Лёша, отстань! Да я бу-бум сделаю. Нет. Лёша, отстань. Нет. Лёша, отстань. Спасибо. Что за время, как умные люди проходят? Лёш, да подожди, нам нужно просто эту фигню опять взорвать, чтобы она перевернулась. Да Лёша, блин! Всё, хватит, тащи. Лёша, ты чё, угораешь? А если нам просто соединить амперметр и вольтметр? Сейчас. Сейчас я гляну. Эксперимент оказался неудачным. Ребят, нужно вольтметр и амперметр соединить. Взорвать, что ли? Егор, помоги мне. У тебя хвост горячий был. Я эту фигню почти перевернул. Лёша! Да. Отстань. Егор, помоги. Подожди, я взрываюсь. Да, отстань от меня. Нет. Нет. Если кто-то ко мне подойдет, я взорвусь. Иди. Ой, да давай, Лёш, нам туда. Почему я улетел? Да, отстань, Лёш, отстань. Хватит. Мы в белом танце кружим. Ладно. А куда? А, вот он. Короче, нам нужно эту штуку увести за собой. А как? Взорвать. Уже наполовину готово. Пингвин-взрывник. Шахи, пингвин. Стой, хочу на нее забраться. Ты от меня чуть не споткнулся. Слушайте, а давайте просто эту фигню закинем на крышу. Да нет, подожди. Вот так вот надо. Поднесите максимально. Вы можете отойти. Лёша, убей свою жирную жопу. Да поднесите вы ее просто максимально высоко. Я ее сейчас, короче, поднимусь на ней. И подниму ее и взорву, ее. Тут челик вообще по-другому проходит. Какая разница? Мы не тот челик. Что я сделал? А как тут упасть можно? Берешь и подышит. Так. Опции. Управление. Куда провода тащишь, козёл? Да. Пацаны. Да. Я умерла. Давай, отпускай. Паша, я тебя спасу. Ребят! Чё? Глянь на рисунок, ты за что держишься сейчас? Вмер. Ребят, можно просто перелить. Давайте заново. Нет. Загрузка контрольной точки. Вот. Короче, мы должны эту штуковину поднести к этой штуковине.
Понятно, сразу бы так сказал. Вот к этим воротам нам нужно. Ребят, можете помочь? Лёша, куда ты дожил? Лёша! Держи, у меня рука вывихнула. Лёша, нет! Паша, да. Нет. Пусть уезжает. Ладно, пойди попробуем по-нормальному. А это как? Умерла. Короче, нам нужно эту штуку. Я устал. Я тебя сам веду все. Нет. Я попробую дотянуться до твоей жопы. Нет, давай фокус. Все, вот так вот берем, короче, и дружно перелазим. Пацаны, я не воскрешаюсь, что за бред? В смысле? Сейчас мы этому поможем. Сейчас с пиписькой подбежал. Капец, ты жирный. Ты дурень, ты за пол взял. А где ты за твою силу? Паша, посмотри. Отстань! Почти. Так. Так вот надо взять. Вот так вот. Паша в это время что-то пытается сделать. Сейчас, Паша, я электрик, я разбираюсь. Тройка по физике. Паша, не мешайся, сейчас все будет. Я электрик, не волнуйся. Тут бачок перевернулся. Послышной бачок. Так, ребят, нам, короче, нужно вот так вот взять. Давайте все дружно берем. И к этим воротам прислоняем. Можно к воротам. А то, что сзади тебя вообще не смущает. Нужно к воротам. Так провода. Моя добыча. Вот, и нужно эту. Так. Да хватит. Я тебя хочу за жопу взять. Да, Леша. В реальности или в игре? Хотя нет, ты более приоритетная цель. Леша, хватит. Мы должны эту карту пройти. Нет. Паша, да. Обманщик. Ладно, давайте соберемся и пройдем этот уровень. Эту карту мы должны. Так, вот так вот надо поставить. Вот так вот, да. И прямо к этой зеленой херне. Какой вот Лёша? Не офигенно, я выбрался, правда? Так, и потом вот эту штуку нам нужно поставить вертикально. Да пошли ты нафиг этих жопников самых. Ну что-то неправильно.
оставь это себе на звонок. Знаешь, посреди урока. А, подождите, блин, поставьте. Кого? Лёш, перестань ломать. Вот так вот нужно, сейчас. Кого это мы ломаем? Тут ты всё ломаешь. Реально, Паша. Как здесь круто прыгнуть. Шахит. Паш, помнишь, как я пытался отогнать свой информатор, и ты меня за голову схватил? А почему у нас пошел? Почему он спрыгнул? Бегал. Как это пройти? Откройте эту фигню. Так, она туда подключилась. Почти. Я боюсь, вон там разгадка находится. Там дальше что-то да, еще более сложное. Ребят, посмотрите вниз, можно? Посмотрите вниз. Я тут дергаю. Передергиваю. Затвор. О, привет. А что ты там делаешь? Ты. Ты почти за меня зацепился. Как нам это пройти? Почему она такая сложная? Да, блин, она не туда втыкается. Мне это бесит. Она очень сложная. Паша, хватит фигней маяться. Я хочу достать до того уровня. Он уже упал. Лёша, иди сюда, ты нужен. Я плав на бочок. Лёша, не надо, Лёша, не надо. Лёша! Держись! Я тебя к воротам подвезу. Давай! Нет! Фу, давай, давай, давай! Да примите этот звонок или отклоните. Кто? Так, подождите. Лёш, нет, не туда. Вот к этой зелёной хере меня довези. Ясно. Сейчас, стой, чтобы он не мешался. Вот, так нормально. Он сопротивляется. Стой, давай еще подвезу. Давай, давай, тащи. Пытаюсь. Что-то мешается. Жопа Егора гигантская. Так, давай еще немного.
Давай, давай. Так, и если есть возможность сделать так, чтобы она была горизонтально к этому зеленому. Пацаны, тут стрелка дернулась, что делать? Что за это таймер. Делай горизонтально эту херь, Лёша. Да иди же нафиг. Ну, горизонтально, зачем горизонтально? Не прыгай, не падай. Не прыгай, не падай. Нет, только ничего, четвертование. Отвози, отвози давай. Нет. Четвертование было. Она не может Лёша, бери за меня. Давай, взял. Уйдите от меня. Давай, отпускаем его. Я не пойму, что с этой фигней-то надо делать. Так, давайте... Сейчас, подождите. Нет, на этом месте остановите, и давайте вместе упадем. Ладно. Вот, чтобы мы прямо на нее прыгнули. Вот запомните это место, вот сюда нужно. Вообще его. Мы по-разному падаем. Нет. Вообще, да. Вообще. Мне интересно, а зачем его туда, а зачем? А, кто-то из нас должен, типа, давай я и Леша, а ты, Егор, нас довезешь. Нет. Видишь? Мы на одном месте. Почему он, а не я? Вот, Егор, ты нас довозишь. Давай так, чтобы мы горизонтально к этой хере были. А, вы хотите тупо перепрыгнуть? Да. Так горизонтально, а не вертикально. Вы знаете, что такое? Что? А как? Может быть, хочешь сказать, параллельно этим воротам? Нет, параллельно этой зеленой херни. Ты дурак. Спасибо. Давай, подвози, Егор. Прямо, да прямо, под... прямо. Дай прямо визит ты. Да ты мешаешь. В смысле ты... я мешаю? Ты дебил, дурак. Дураки бы вообще назад поехали. Да блин, она что-то не едет. Давайте, теперь тупо вот... Туда, деленная этой херне. Все, в край, в притык. Да. Так. Давай, паркур, мастер. И он падает. Ну, давай. Только не упади. Да ты зацепись двумя руками и подтянись. А как потянуться? Наконец-то. Ура. А как? Все, давайте, ты там можешь открыть его? Господи, мы прожили максимально тупым способом, как вообще не надо было. Мы умные. Ой, что за фигня? Ой, я тяну. О, он пукает. Ты. А что он делать должен? Я тут думаю... нету отверстий для этой хили. А, есть. Вырабатывать электричество. Сейчас. Паша, не втыкай ничего, я электрик Петрович, я знаю, как оно работает. Не втыкай ничего, не втыкай. Да нет, убери, выткни, давай пройдем. Да давай пройдем, мы уже выткни, долго там. Леша, выткни эту хрень. Нет, не надо. Ладно. Я буду дергать постоянно. Ага. Да, а теперь дерни, чтобы она пердела. Что пердела? Да Лёша, блин. А если сильно дернуть? Вот. О-о-о! Бежим, 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 бежим. Ой, тут машина. Ребят, я знаю, что надо делать. Этой машиной надо тупо втроем управлять. Один рулит, один газ, другой поворачивает. Я за рулем. Я газ. А правая фигня это вообще подъем по этого грузоподъемника. Что-то не поднимает. А, не, это я поднимаю это грузоподъемник. Подожди, а я что делаю? Ты газ. Ты газ.
Давай, вперед, вперед, вперед. Егор, за руль встань. Ой, я тебе... Уклонился. Так, как я полагаю, кстати, нам надо сейчас ворота поднять. Нет, ну давайте просто, давайте по-тупому сделаем. Сейчас подгоним эту фигню, а хотя ладно. Так, ладно, давайте я буду газовать. Да блин, подождите. У нас Паша с ума упала. Свинья упала. Давайте, давайте подвозись нормально, чтобы я ворота смог. Давай рули. Кто, я? Гетти! Я газую! Да, Гетти! Да господи, вы чё, молодцы! А да как рулить? Мы назад сдавай, Паша! Да я рулю! Паша, назад сдавай! Отойди правее, блин, Егор! Нет! Вперёд! Капец, я матёрый. Земли давай. Капец, я матёрый. Ой, я на экран плюнул. Что? Паша, газуй. Назад. Давай, 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 вперед, вперед. Да какой вперед, назад? Вперед, давай, ворот поднимем. Да ща, подожди. О, господи, шо ж вы все такие тупые-то? Назад просто. Все, останавливай, останавливай. Подожди. А зачем? Ну подожди. Все, вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед. О, балдеж. Еще, 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 еще. Леша, твоя очередь. Работай. Давайте найдем. Давай станешь, заедем туда. Давайте. А, нет, мне она не пролезет. А, да, не пролезет. Здесь это... Маша. Ой. Блин, урвали с машинкой самое веселое. Да если что, там еще к Белаз будет потом. А как оно работает? А, это, короче, смотри, ты рычаг поднимаешь... И... Я упал. Белаз поднимается. Он висит. Давай я за рычаг отвечать. Давай я за рычаг отвечать буду. Сделай там хоть что-нибудь полезно. Давай. Забавно. Отпускай. Да, куда? Подними, пожалуйста. Адьёс. Пожалуйста. Ты пытаешься залить. Прикажи, чтобы он упал ещё. Сейчас, подождите. Опции, видео. Чё тут делать надо? Наверняка... А, я понял! Лёха, иди на тот остров! А зачем? Рычаг там, чё, всё подёргай, короче. Сейчас я тебя опущу. Давай. Меня? Иди себе подниму. Так, отлично. Подними рычаг, возможно. Это, блин, конвейер запустится. Кстати, это... я думаю, нам тоже пона... А, видите тот ящик? Я боюсь, он нам нужен. Не бойся, боюсь, страха нет. Нет, Егор, он нам не нужен. Я посмотрел. Ну, я благодаря этому чуваку мы так и прошли этот уровень по-тупому. Лёша, иди. Иду. Ой. Ребята, у меня плохие новости, но нам нужно кое-что другое. Лёша, выходи. Лёша, выходи. Да блин. Стой. Да выходи ты, господи. Сейчас я трактор заведу. Так, может нам это понадобится?
Ага, вопрос, а к чему ведут эти две штуки? А, Лёш, я понял. Открой мне эту дверку. Дверь открой. Стоп. Я боюсь, нам понадобится этот кран. А как мы его... Да никак мы его. А. Паш, можешь сюда прийти? Сейчас. Ладно. Ребят, мы на этом тракторе сможем въехать. Да не сможем. Если ты опустишь эту подъемную хрень, то опустится ворота. Блин. А как мы туда это сделаем? Я хочу его поводить, поэтому иди. Откройте мне, пожалуйста, дверку. Сейчас. А, дверку ту сейчас открою. Нет, что туда кто-нибудь зашел. Я открыл. Молодец, Лёша, зайди туда. В смысле, я на машине. Да блин, да вы мне сейчас тут нужны. Нет. Что нет? О, я зашел! Ни хрена себе ты, мальчик. Натяни тот рычаг, да. Ну же! Оп! Лёша, иди там сдохни. Видишь, как я обхитрил эту систему? Я один какой. Лёша, прыгай, сейчас тут зареспавнишься. Сейчас смешнявочка будет. Нет, я доеду. Каким? Тут опять эта тема с этим говном. Говно. Мы его перепрыгивать опять будем, походу. Алло. Алло. Выйди, пожалуйста. У меня мой ВК восстановили. Выйди, пожалуйста. Кого восстановили? ВК мой. Кого восстановили? ВК восстановили. Заткнись. И чё? То есть и чё? В смысле, ВК восстановили в смысле? Ну, я эту с ВК страницу покупал. Ага. Ну, а её восстановили. Я пароль теперь не знаю, всё. Ага. Лох. Ага. Пацаны, я пролез на следующий... Ааа, я упал! Напиши этому генералу, что ему напишет скоро, типа, и скажет, что это я, типа. Ну, хотя ладно, сейчас я ему сам напишу. Короче, у меня есть очень умная система, пацаны. Кто смотри. Выключил? Кто выключил? Там только Лёша. Лёша, включи! Да Лёша! Чего? Сын шакала, включи! Нет. Лёш! Ай, пингвин упал! Лёша, включи! Пытаюсь. Лёш, включи ему. Я сейчас покажу. Чё? Я... На чём-то делаю. Давай! Так, отлично, я в этом конвейере жизни. Нет! Тупо упал. Да ладно, а я думал, обкакался. Ладно. Егор, а как ты переехал на другой уровень? Как тебя переехали? Ты столько ешь и танцуешь. А я застрял в конвейере, чё? А как я зовут женщина? Нет! Господи! Егор, а ты где, собственно говоря? А, вон. А чё дальше делать? Я вот эту хрень достал. Мне её к вам перевезти, что ли? Да. Попробуйте сдернуть тот рычаг, что рядом с воротами, может он в обратном порядке запустится. Егор, что? Это не этот рычаг. Я борюсь. Егор, ты там ящик. Ты открыл ящик пока.
Дай попробовать. А куда? Прощай! Ладно, а зачем? Так, сейчас я этот конвейер жизни закрою. Я пытаюсь на тот уровень перелезть. Да это невозможно. Возможно. У меня появилась идея, как я могу перевести эту хрень к вам. Как? Я, короче, левой рукой зацеплюсь на конвейере, а потом правой за... Провод! Провод! Чёрт! Нет! Провод! Давай, провод! Давай, давай, давай! Провод! Аллах Акбар. Чёртов провод. Я сделал! Я сделал! Я провод достал! Ай, он упал! Умирайте! Я прошел! Тут бульдозер! Поехали! Вы там угля... Подождите, чтоб туда поехать, нужно угля закинуть. Лёш, смотри, какая печка классная. А как залезть? Легко. А как? Я не могу из нее вылезти. Меня сейчас прищевят твои тут. И Леша прищевит. Паша, блин. Закружаем уголь, ребята. Подними ее еще раз. А, подними? Поднимается? Ну ты как думал, блин. Давай, давай, опускай теперь. Поехали! А кто рулит? А кто рулит? Егор, ты там один! Давай я буду газовать. Да подождите меня! Подождите! Леша, ты куда? Кстати, прикол этого бульдозера в том, что у него, короче, рычаг, который за скорость отвечает, остается в положении, которое ты занял. То есть ты можешь случайно выпасть из машины, и она сама поедет дальше. Подождите, я залезу. Давай вперед. Дайте я залезу, как здесь залезть? Я не знаю. Через кузов. А, так тут уголь, а ну-ка, дайте я уголь загружу. Да, Лёша, вперед едь нам туда, нам надо. Нам уголь загрузить надо, давай, рулей в другую. Перед сторону. Тобой что, я не пойму. Ты а видишь вперёд там... Вперед надо, вон, видишь, там сзади там, уголь. Там шахта крутится, имбецил. Ладно, поехали, Паша, ты тут останешься. В смысле? В прямом. Он так бежит за нами. Он бежит? Да дайте я залезу. Лёша, уйди от руля. Дайте я залезу. Да дайте я залезу. Егор, только не упади. Я очень пытаюсь. Дайте я залезу. Нет! А кто за рулем? Никто! Я хочу упасть! Да как вы туда срезаете? Нет! Я держусь! Егор, залезай быстрее! А чё, начни крутить колесо, мне интересно, что будет. Посмотрите назад, на задние колеса. Мне страшно туда смотреть. Мы застряли, походу. Да ладно. Упала. О, возродилась. Куда она поехала? Куда она поехала? Куда она поехала? Да как же туда залезть? Аллах Акбар. Как туда залезть? Я не помогу. Всё, ЕГГ. Тоже вместе с ней упал. Как залезть в эту парашу? Лёша, 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 да ты, господи, просто за лесенку хватаешься и подтягиваешься. А как потянуться на какую кнопку? Пацаны, залезайте в вентилятор. Да дурак, дурацкий, давай быстрей.
Зайдите в эту трубу, там летать можно. Все тут летать можно. Что? Нет! Она опять с Пашей улетела. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Стой, дай я попробую ее остановить. Егор, давай за рычаг хватайся. Ну подожди. Быстрее пробуй. Так, господи, Леша. Туда, Егор. Леша, ты свои туши все засрал. Ну да, ну да. Умру вместе с кораблем. Давайте быстрее. Так, господи, залезь! Залез! Быстрее, быстрее! Останови! А теперь за руль за ней. Так, нам надо много угля, потому что там штука высасывающая будет. Стой, дай я... Нам нужно дальше вызов. Просто проехать. Нам нужно просто дальше проехать. Ребята, стой, блин, Егор, останови машину. Пойди. Ребята, идут второй путь. Да, это, кстати, вот то, что он только что заметил. Я думаю, нам потом понадобится. Так вот. Вы куда? Нам же уголь нужен. Там углекососатель. Егор, останови машину, я могу поднять скобку. Там есть уголь. Так, уголь где там загружен. Уголь? Егор, останови эту долбанную машину. Чё? Останови её, блин. Егор. Ты меня сейчас собьёшь. Паша, пустяков. Я бы с удовольствием. Ну, подойди к ним. Пока что отдохну. Блин, я упал. Паш, ты что, реально залезть не можешь? Да господи, что же в этом сложного-то такого? Вот так вот делаешь, ты подтягиваешься мышкой. Ты прыгаешь и двумя руками, типа? Запрыгиваешь двумя руками и мышкой подтягиваешь. Давай, давай, золотой мой. В смысле мышкой подтягиваешься? Да, господи, типа вверх мышкой подтягиваешься. Руками зацепливаешься. Останови эту машину. Егор! Ой, куда я полетел? Егор, останови! Сидером ми. Угор, ты летишь. Нет, не падай. Я врезался. Как обычно. Садитесь. Ни хрена твой подъем мышки не работает. Какая же тупая машина! Да господи, вы тупые! Паша, можешь, короче, когда я залезу в ковш, опустить его? Пускай, пускай. Блин, я сейчас... Паша, пускай ковш. У нас полный вход включен. Останови ты машину, Паша, опусти ковш. Да я... Да сейчас я опущу, мой даун персонаж не может этот рычаг чёрта взять. Я сейчас ему ещё жизнь больше попорчу. Егор, я еду! Нет, мы падаем! Егор, вперед, вперед, вперед! Ой, под колеса! Егор, мы падаем, падаем, падаем! Ой! Леша, направо! Так, мы врезались. Направо и право. Поднимай! Каким образом? Застрял там. Да господи. Да господи. Я застрял под колесом. Во-во-во-во, поехали. Давайте едем. А нельзя обратно еще ехать. О, второй грузовик, пацаны. В смысле обратно ехать? Наверное. О, сохранение! Отлично! Вперед, 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 вперед! Вперед, вперед, вперед! Направо! Направо нам надо! О, второй грузовик! Ой, он тут покруче!
А, нет, они одинаковые. Короче, пойдем, смотрите, мы... тут где-то должен быть рычаг, с помощью которого, типа, должен высыпаться груз. Я этого финестра видел. Давай, дуй. Я же говорю, хорошо, нам... Нарисуй рычаг. О, я нашел. А да нет, рычаг не надо, надо туда, короче, камни положить на конвейер. Уголь, идите в шахту. Надо этот уголь на конвейер положить. Ого! А, ну да, тут получается. Ну давайте положим. Короче, давайте. Егор, нет. Прощайте. 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 Под эту героическую. Прощайте. Ай, на меня камни падают. Кстати, нам этот факел понадобится для того, чтобы зажечь этот... Огонь победы. Для того, чтобы печь зажечь. Что ж такая музыка-то громкая. Ой, тут сразу два камня можно понести. Лёш, по два камня тащи. Егор, скажи, когда заполнится. Да блин, я с факелом мучаюсь, я потому что знаю, что он нужен, чтобы печку поджечь. Так поджигать! Да сейчас, для него уголь нужен, я сейчас хочу его в грузовик засунуть. А чё я туплю, я просто вместе с ним упаду в кузов. Так, загрузите там еще пару штучек. Ну вот он едут. Да мы весь... Так, весь, думаю, не надо, то еще рассыпется. Ой, да, блин, я быстро, блядь. Короче, вот это вот еще большое загружу, и я поеду вместе с ним. Давай, пошли. Так, поехали. Офигенно, Егор с факелом тусуется. Ну, думаю, столько угля хватит. Я думаю, да. Да я упал. Так, окей, Егор, давай ты газ. Эта фигня нам еще понадобится. Так, я здесь. Нам обратно ехать? Да, Паша, давай, ты будешь говорить, куда поворачиваешь. Офигеть. Так, чтоб, ну, может, мы вперед развернемся, там, нет? Давай. Давай. А так, может быть, второй грузовик еще используем? Зачем? Потом, если понадобится. Направо, направо, направо. Так, мы вообще подъезжаем. Вниз, налево. Так и давай назад. Налево, налево, налево. Снова вперед. Вперед, направо. Назад, налево. Вперед, направо. Я упал. Чего ты так бесишь? Назад налево, только сильно. Давай. Давай, 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 давай. Давайте еще вперед. Направо, направо, направо. И теперь назад налево. Так шатается. Так, и последний раз вперед. Ща. Давай, давай, давай. Ну не залазь. Не надо. Он в горле. Назад, Егор, Егор, только назад. Короче, давайте просто вперед, давайте задним ходом пойдем. А чем мы тупим? Давайте просто уголь из другой грузовик. Короче, давайте этот грузовик сейчас припаркуем, хотя как. Так зачем? В чем прикол? Пошли уголь. Паша, давай загадь. Сейчас назад сдадим, короче. Егор, не перекладывай, не смей, не смей. Да оставь, все нормально сейчас все будет. Назад, назад. Сейчас вперед поедем. Не-не-не, назад, нормально, там место полно.
Давай назад, назад. Ты что делаешь, Паш? Уперлись. Зачем под руль залез? Дайте я за руль. Давай, Лёша, давай. Уперлись. Так, давайте. Лёша, туда надо. Подожди. Назад. Ломага застряла. Напрямо. Давайте вперед, вперед, вперед. И назад поехали. Вперед. Да подожди ты. Назад. Останови, 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 не дергай. Вперед, вот есть руль вправо полный. Егор, давай. Назад. Давай назад. Задним ходом. Егор, ты не умеешь прыгать. Поехали. Куда? Да. Я уголь нашел. Подожди, подожди. Назад, Паша, просто сдавай назад. Господи, вперед! Малёша.